Я рад вновь приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы разберем еще парочку немецких разговорных слов из тех, что вы никогда не встретите ни в одном учебнике. И если в первый раз мы говорили о словах, которые вызывают восторг и восхищение, этот ролик можно посмотреть здесь по ссылке, то сегодня мы будем ругаться. Итак, первое слово, которое мы сегодня разберем, это «bescheuert». Переводится оно как «тупой», «дурацкий». И часто употребляется в вопросе. Например, если вас кто-нибудь достает, младший брат или сестра, вы можете ему сказать «bist du bescheuert? Verpiss dich!», что литературно переводится на русский язык примерно как «ты тупой? Отвали!». Также у этого слова есть более литературное значение – «злобный» или «недружелюбный». «Dein Freund ist völlig bescheuert!» – «твой друг совсем недружелюбный». Второе слово на сегодня – это «bekloppt». «Bekloppt» может относиться как к неодушевленным понятиям, так и к одушевленным. В первом случае мы можем сказать «Das ist doch eine bekloppte Idee, aber ich mag sie». Это долбанутая идея, но мне она нравится. Во втором же случае мы также можем употребить это слово в качестве вопроса. «Bist du bekloppt?» – «Ты долбанутый?» Либо, например, сказать предложение «Sein Bruder ist völlig bekloppt» – «Его брат совсем долбанутый». И прежде чем мы перейдем к последнему третьему слову, я хотел бы предложить вам подписаться на мой канал. Это можно сделать вот здесь, по ссылке, либо если она не появилась, то тогда вам просто нужно нажать на табличку, иконку YouTube здесь внизу этого видео, перейти на страничку и нажать на кнопочку «подписаться». А мы идем дальше. Итак, третье слово – это «beschissen». И «beschissen», как вы догадались, образовано от слова «scheiße». Кстати, пользуясь случаем, хочу попросить вас, никогда не говорите «scheiße». Ужасно режет слух. Я серьезно. Никогда. Итак, слово «beschissen» переводится как «ужасно» или «дерьмово». И если в вашей жизни на данный момент не все в порядке, вы можете сказать «Mein Leben ist jetzt völlig beschissen». Также это отличный ответ на вопрос «Wie geht es dir?». И если у вас снова не все в порядке, вы просто говорите «Mir geht's beschissen». Итак, на этом на сегодня все. Спасибо за просмотр, ставим лайк и все. Пока!